Еще один прекрасный рецепт рыбной похлебки из сериала «Игра престолов». Очень вкусная и простейшая в приготовлении. Почувствуйте себя героями любимого сериала. Приготовьте такую похлебку. При приготовлении этой похлебки можно использовать абсолютно любую рыбу. А крабы вполне можно заменить имитацией крабов. Супчик получается очень наваристый и вкусный. 1. Рыбу отварите около 20 минут после закипания на небольшом огне. 2. Лук нарежьте кубиком, морковь натрите на терке. 3. Рыбный бульон процедите и верните на огонь. 4. Рыбу отделите от костей и верните в суп. 5. Крабы нарежьте и положите в суп. Я использую имитацию крабового мяса, с ним суп получается тоже очень вкусным. 6. Лук и морковь обжарьте с небольшим количеством масла. 7. Добавьте томатную пасту, обжарьте все пару минут. Добавьте в суп. 8. Картофель почистите, нарежьте кубиком, положите в суп и варите до готовности картофеля. 9. Приятного аппетита!